In this video, let's talk about the Clash of the Titans between Antonio Margarito versus Shane Mosley fight. It was a highly anticipated fight between two top-tier boxers, Antonio Margarito and Shane Mosley. The two fighters entered the ring with a palpable tension in the air, each determined to come out on top. From the opening bell, Margarito came out strong, throwing heavy punches and keeping Mosley on the defensive. However, Mosley was quick on his feet and managed to avoid most of Margarito's blows. As the rounds went on, Mosley began to gain momentum, landing several quick jabs and hooks that had Margarito reeling. But Margarito refused to back down and continued to push forward, landing some powerful punches of his own. As the fight approached the later rounds, it became clear that Mosley was the more skilled fighter, using his speed and agility to outmaneuver Margarito. Margarito's punches lacked the accuracy and precision of Mosley's, and he struggled to keep up with the fast-paced action. In the end, it was Mosley who emerged victorious, earning a unanimous decision from the judges. Despite the loss, Margarito proved to be a tough opponent, never giving up and fighting until the very end. The fight between Antonio Margarito and Shane Mosley was a thrilling display of skill, determination, and heart, and will be remembered as one of the most exciting matches in boxing history. Чтобы поймать противника на ошибке, на промах. Влево. Тут же следует мощный левый крюк. Спокойно, Мозли. Раунды Маргарита. Самое интересное, что Шейн Мозли в общем... вот этих великолепных исполнителей, но они есть. Я бы сказал, смотрите, еще один. Да, но идет почти каждый второй удар слева, каждый второй. В общем, тот так все чаще Шейн Мозли. Сколько мы не видели. Мозли избрал другую тактику. Он... Что-то я не помню. Маргарита. И Маргарита. Заниматься бомбежкой по нижнему этажу. Но Маргарита известен. В опор. Никакого впечатления. Но и Шейн по-прежнему... Но Маргарита чемпион. Шугар Шейн Мозли. Ну, в общем, шестой раунд, удар справа в голову. Сколько же можно пропускать? Каждый раз случится. Но пока что, и то, по-моему, до конца боя... Стоит Мозли от положения. Даже если он... Просто им владело. Есть разве основания сомневаться? Только середина боя. Все может быть. Шварценеггер выигрывает. Седьмой раунд начинается с извинения. Удары Мозли — это вообще-то не подарок. Не знаю, друзья, чем кончится этот... тренирует вот эту тактику захватов. Очень легко.
Не можешь себе представить, как накаляется атмосфера. Фаворит начинает вдруг проигрывать. Так. Именно многих ударов. Вот до сих пор это был его бой, что предсказать. Маргарита понятен. В принципе, за счет этих боев, раундах, простите, не растеряет. Атака Шейна Мозли. Очень неубедительно. Добьет или нет? Кончился все. Спас Рауль Кай. Так велюсь. Мексиканца. Что все это... Мозли просто добивает. Все. В дребезги сокрушил. Разбил Мексик для Антонио Маргариту. Вот сейчас мы это все увидим еще раз. Все, что делал Шейн Мозли.